Говорю сама с собой, что это если не сумасшествие. На часах уже 7:00, и я не парюсь о последствиях. Кажется, вот он момент принятия, или просто порыв отчаяния. Мы давно даже не приятели, но ты зовешь меня на свидание. Я как дура среди ночи в незнакомый отель. Даю очередные шансы чувствам на пару с болью. Не хочу вина, же знаю, какой будет эффект. Почему так не работает с любовью? И даже навигатор не говорит, ехать к нему не надо, остановись. Ты знаешь, каждый атом этой любви, но прыгаешь в такси, как только он звонит. Но даже навигатор не говорит, ты пожалеешь завтра, остановись. Ты знаешь, чем закончится этот экстрим, но прыгаешь в такси, как только он звонит. Не совершай ошибку и не выходи из комнаты. Девочка, ты привыкла, и нет запроса поискового, который расскажет, как бы, как все выкинуть и отпустить. Где же это лекарство от грусти? Хватит себя уже крутить. Но вновь как дура среди ночи в незнакомом кафе. Даю очередные шансы чувствам на пару с болью. Не хочу вина, же знаю, какой будет эффект. Почему так не работает с любовью?